Савин. Чтобы проникнуть в комплекс, направляйся в главный сборочный цех. Туда ведет конвейер, но сперва надо найти способ как-то его включить. Следуйте по сборочным линиям к сборочному узлу. Hey, yo, guys, с вами Шмаки. Мы продолжаем про игру по названию GeForge. Окей, что мы сразу с вами видим? Передатчик раз и магазин. Сразу к магазину. Сразу к магазину. Закупимся с вами картой. Улучшение оружия. Ну, дробовик, ладно. 500-ка. Не. О! Что, давайте тогда, я думаю, начнем с этой стороны. Странно, за эту трубу не хватается. Я понимаю, что я сейчас принесу ту часть. Какие-то они слишком едкие. Напухали. Так, ну я больше не вижу, куда можно так залететь. Ну, погнали тогда. Прочистим немного путь. Подожди, что у нас вообще по карте? Ага, это линейная система. То есть зеленый это вообще где нам путь еще закрыт. Ладно, поехали. Сука. Работает. Странно, что ни хера жесткого не приехало ко мне. Как это в основном обычно происходит. Бим.
ладно. Почему халявный поединок не так играет так? Так, а теперь вопрос, куда мне лучше пойти. С одной стороны, я могу сюда пойти, посмотреть хотя бы... А, там уже закрыто. Ну ладно. Тогда только сюда. А вот это мне уже не нравится. Дарвин, я получаю странные сигналы из твоего района. Флуктуации энергии повсюду. Проблемы? Я не знаю. Но помни, что тебе надо запитать всю эту технику, чтобы воспользоваться конвейером. И будь осторожен. Будь осторожен, Дим! Парас действительно очень хочет увидеть тебя снова! Заткнись, Бластер. Или я сделаю из тебя тапочки для Бена. Так, во-первых. Что ему дает щит? Со вторым разобрались. Окей. Этому терминал. Этому терминалу нам нужно подключить сет. Блин, ну... Кнопки должны быть нажаты в правильном порядке. Найдите устройство, показывающее комбинацию. Окей. По факту я туда тоже могу залететь. Используйте замедление времени Муча, чтобы рассмотреть правильную комбинацию. Сорок два, 31. Терминал включен и готов к вводу команд. Вот-вот. Все-таки вылезла. ХПшку заберу, если... Ну хотя, а смысл мне ее сейчас брать? Если она мне так сильно не пригодится. Система включена и работает. Ой, пылесосик. Ладно, сейчас заберу, потому что все равно идти. А когда я сюда вернусь, я уже не знаю, да?
Хорошо, что меня к этому готовили, но готовили плохо. Ау, нихера. Дарвин, я нашел захват. Неплохо, Харли. Неплохо. Теперь скорее неси его мне. Спасибо, Дарвин. Но у меня новости. Тут небольшие проблемы возникли. Вернее, большие проблемы. Спасите! Харли, стой на месте. Я узнаю, где ты, и приду как можно скорее. Ну, а чем быстрее, тем лучше. Я тебя, конечно, не тороплю. Только держись, Харли. Ну, хорошо, что здесь хотя бы как-то там нет ограничений по времени. Я выяснила, где Харли. Тебе придется использовать грузовую вагонетку. Она отвезет тебя прямо к нему. Харли взял захват, но попал в неприятности. Найдите и освободите его. Так, ну что, давайте. Кто кого блокирует? Начнем с этого. Вообще неожидаемо было. А что мне до этого ударило? Просто не понял, что меня до этого ударило. Чтобы запустить механическое колесо, заберитесь внутрь и начните движение в любую сторону. В колесе также можно бежать. Чтобы прекратить движение, просто отойдите от колеса. Да, эти херни жесткие. Ничего не скажу. Так, ну мы все еще в этой фабрике. Ага. Но по факту я все равно туда зайти могу. Еще одно сердечко. Ну, блин, у меня они... Считай, не заканчиваются, потому что я играю довольно осторожно. Но мне кажется, если бы я играл на самой высокой сложности, то там, да, возникли бы проблемы.
ну слушайте, это враги, походу, какие-то новые. Потому что, во-первых, они ваншотятся с удара. И с них падает что-то. Типа я за то, что если бы это была обычная микроплата, то она бы так не сдохла бы сразу. Готовы к трюкам. Ладно, я тупанул. Так, я понимаю, что я... А, может быть, я даже не смогу наверх забраться. Нет. Просто схема. Все, больше там ничего нету. Знаете, я хочу как-то попытаться наверх, но это будет нереально, потому что мне нужно будет как-то туда забраться. Да, это нереально. О, я от падения еще урон получаю. Ладно, побежали. Я пытался надурить систему, но не получилось. Не, видите, это другие, потому что они убивают с трех ударов. Военизированный пылесос, собранный с фотоаппаратом. Уязвим для большинства видов оружия. Это летучий прототип в объединении с фотоаппаратом. И теперь способны атаковать скорострельными плазменными зарядами. Отбрили. Здорово. Да. Лазер — это хорошая вещь. Лазер. Хотя я мог просто приручить одного из. У меня ж куплено как бы никак. О-о-о. А вот это плохо. Ну хотя. Вот и все.
Да ладно. Адиос. Такую штуку нам бы в штаб. О, видите, вот. Военизированный кулер. Кулер? Берсерк, уязвимый для большинства видов оружия. Микроволновая радиация превратила этот кулер в кулер-берсерк, который взрывается, стоит только к нему прикоснуться. В принципе, ладно. Сейчас мы мучим. О, плюс хп. О, плюс диск. А почему? Хорошо. Нам, по сути, сюда все равно идти. По идее, мне должны дать патроны на этот. На пулемет. Если да, то это хорошо. Меня хотят, чтобы я двери, да, взорвал? Или что? Ладно. Тогда попозже. Хотя, подожди, если там... Нет, там ни хера нет. Харли, я вижу, где ты. Хорошего мало. Я иду. Ох, спасибо, Дарвин. Харли, ничего не предпринимай. Вообще ничего. Просто стой на месте. Это запросто. Идти все равно некуда. Ну, по факту да. По факту да. Ну за что меня так? Вот эти мышки, они бесконечные.
тогда это бесконечный фарм этих денежек. Мне что? Мне разве плохо от этого? Никак нет. Так, ладно, пускай пока тут полежит. Так, вот эти... А, ломаются коробки. Ага. Ага. Вот так. Не хотят меня так туда запускать, залезу сам вот так. Наверху что-то есть. А я думал, халявные микрочипы. Теперь мы в равных условиях. Я запросто могу наверх подняться. Забыл. Адиос, амигос! Двери закрой, 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 закрой. А в смысле? Ладно, не понял вначале. Давайте попробуем, типа... А, подожди, я даже могу вниз туда спуститься и там... Ладно. А, чтобы мне втихаря не напали. С мусорок. Восстановление здоровья. Ну да, для пулемета. Как я, в принципе, и говорил. Шарли, дверь заперта. Хуарес, придется найти другой вход. И быстро! Поняла. Ищу, где еще можно войти. Я уже нашел. Правда, ничего не вижу. Держись, Харли! Если вход существует, Дарвин найдет его. Погоди. Я вижу на верхнем этаже диспетчерскую. Может быть, тебе удастся открыть дверь оттуда? О, я, в принципе, на это и рассчитывал. Мне, в принципе, только нужно вот это поменять. Ну все. Как-то... Как-то я не заметил, как она слишком выросла. Где-то так...
Хотя нахер мне оттуда залазить, если могу отсюда уже залезть? Как-то я об этом не подумал, да? Как-то об этом я в натуре не подумал. Денег мне много дают. Ох, непростая задача. Подожди, один фиг мне откуда. А, нихера себе. О, так я могу и диски притягивать к себе. Неплохо. Вообще неплохо. Ау. Ну, здесь, в принципе, только открыть. Давай, ну не тупи. Готово. Открываем дверь. Защитная дверь открыта. Да, звук пылесосом. Я еще кого-то услышал. Не страшно. Бац, бац, бац. Готов к генеральной уборке. А, да ладно. Эта херня ваншотит по ним. Так, ладно, тут закрывают. А чё, пол скользкий или что?
Даешь победу на тарелочке. Не, да? Ой. Ты чего же, я рад тебя видеть. Рад, что ты жив-здоров. Держи. О. Ну, теперь Хуарес. Быстрее. Если ты, конечно, не хочешь еще поиграть с вафельницей. Не надо слов, амиго. Амиго? О. Он мой чип украл или что? Ему Дарвин, показалось. Надо спешить. Иди обратно в главный центр сборки. Знаю. Есть что-нибудь от Спеклса? Дарвин, я тут, в центре. Начинаю работать над вирусом. Отлично. Нам еще надо тут все отрубить. Так займемся делом. Это что? Так, Дарвин, доставай магнитный захват. Пора его опробовать в деле. О, нифига себе. Вися на динамике, вы можете... Разрушите вентиляционную решетку кондиционера. Эти динамики тут везде. Они пригодятся. Это да. Да слушайте, пушка хорошая. Что-то я тупанул и чуть не сдох. О, полетел. Ну хотя бы до сохранения нужно долететь. Дойти. Ну хотя, когда взрывается один, взрывается все. Ой, по льду лучше так не ходить. А, подожди, то есть я еще в этом положении могу стреляться. Ага. Ну, поехали. Хотя лампа срать. Это хуже, чем клок шерсти в горле. Адиос. Посрать. Ладно, это вью под. Хера. Хуарес, я правильно иду? Вход в машинное помещение прямо. Он ведет в производственный цех. Доберись до входа, и ты сможешь туда попасть. Здесь не помешает захват. А, даже так? Смотрите, по факту я сюда даже забрался, хотя мне не должен был.
Не, хотя подождите. Тут больше ничего же, да, нету? А, мы все собрали. Ну все тогда. Неплохо, Дарвин! Неплохо и изящно! Ладно, давайте на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.